С раннего утра в древнем городе Самарканде проходит ряд мероприятий в честь празднования 29-летия образования вооруженных сил Республики Узбекистан и праздника 14 января – День защитников Родины. Одно из таких мероприятий состоялось в молодежном центре Самарканда. Первый заместитель хакима Самаркандской области Ремши Тураков зачитал поздравительное послание президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева по случаю праздника. В послании отмечалось, что этот день стал в стране поистине всенародным праздником, олицетворяющим такие высокие гражданские качества, как патриотизм, преданность Родине, мужество и отвага, испокон веков присущие нашему народу. Büyük manevi kuşunu kurarız. Bugünkü ulug ayamda sizlerinin ham, vatanımızın müdafaa kudretini aşırışta münasip sayınız varlığını yani bir bor katta mamnuniyetle itiraf ederiz. Поздравил участников и командующий Центральным военным округом Айбек Саидов. В ходе мероприятия за образцовую службу группа военнослужащих награждена государственными наградами, почетными грамотами администрации области. Кроме того, состоялась торжественная церемония присвоения воинских званий.